Сегодня у нас 25 марта 2018 года. Вот мы приехали. Взяли. Сейчас вот покажу, куда мы подъехали. Вот МВД. Суббота-воскресенье, выходные. Прием граждан в рабочие дни только, все. Свидание, прием передач, глядите. Вторник, среда, пятница. Короче, все, ничего нам тут не... Вторник, среда, пятница. Не выгорит. Не выгорит. Прием граждан с 14 до 16. С 2 до 6. Какие продукты? Продукты, продукты, смотрите, какие. Ну, может, позвонить, чтобы выше ответили. Может, бывает висит, а уже изменено что-то. Нет. Ну вот сюда вот говорите. Ну подойди, говори. Я да, мне что говорить? Я все понимаю, я грамотный. Я уже столько ходил по этим конторам, что ничего тут не изменилось, естественно. Подойди. Говорите, говорите прям, да и все. Слушай, говори. Так что, это передачку-то не примете? У нас сегодня неприемный день. Приемные дни вторник, среда, пятница, с 9 до 11. Понятно. А деньги перенимают, нет? Я говорю же, у нас передачки. Ну да, я понял. Но когда передачку передаем, то одновременно с передачей деньги можно передать? Можно. И документы можно, паспорт и деньги можно передать. Ага, благодарим вас. Все. Слава Богу. Всего доброго. Все, поехали. Ну, понятно. Так, записать надо еще раз. Вторник, среда, пятница. А вы потом посмотрите, я же заснял все. Ну да что, фотографии надо сделать. Ну-ка, держи. Держи. Я сейчас сниму, на фотографии полегче. Прочитать что-то. Прошу разрешенных приемов для иностранных граждан временного содержания стран. Колбаса сырокопченая, полкило, сыр твердый, сало соленое, нарезки мясные, чай черный, рассыпной, не больше 200. Это кофе, улица конфеты, Витебская, 1. Сахар, печенье можно. Минеральная вода 1,5. Лук, репчатый, чеснок. Чистые фрукты. Этих банок никаких нельзя. Банок нельзя? Нет. А в целлофане можно? В целлофане? Варенье. Варенье тут не минеральный, лук репчатый. А ну-ка спросить надо. Написано. В целлофане нету? Не принимаются пищевые продукты с ограниченным сроком реализации менее 72. Сейчас, как это понять? Требующих тепловой обработки с истекшим сроком хранения, даты изготовления которых установить невозможно, а также продукты питания в стеклянной и металлической посуде. Все понятно. В металлической не принимают? Нельзя, не принимают. Варенье, я думаю, можно в нескольких мешочках положить. Ну, надо спросить. Ходите по газону, пожалуйста, по траве. Что он говорит? По газону, чтоб не ходили. Мы фотографировали то, чтобы не забыть. Так это, а тогда в целлофановых мешочках-то примите, что нельзя в железных? Перечень списка есть? Есть. Вот, все по перечню примем. Так, все. Железные примут? Нет. Нет. А целлофан... Он сказал, то, что в перечне есть, то примем. Нет, ну, короче, все понятно. В целлофане? Не примут. Ага. Чай, сахар, все, конкретно. Чай тоже принимают? Чай принимают 200 грамм, не больше. А мы не будем давать. Давай. Иди трухар, готовый, это родной лифар. Давай. Так что конфеты не прошли. Ну конфеты можно. Конфеты можно, но это все, короче... Все по полкилограмма. Слава Христу. Аллилуйя.